Сегодня стартовали республиканские зимние сельские игры. Более 500 участников из разных районов вступили в борьбу за награды. Подробности далее. 24 рывка за 5 минут – это лучший результат в своей весовой категории. Екатерина Иванова из Маргаушского района занимается гиревым спортом 9 лет. Впервые попробовала в 9 классе. Тренеры, если они хорошо тренируют, если технику покажут, то так-то поднимать не тяжело. Соревновались в этой дисциплине и мужчины. В перечне состязаний – лыжные гонки, силовая гимнастика, дартс. Что касается дартса, то попасть в яблочко стремились целыми семьями. Своеобразным видом спорта стали соревнования дойеров и механизаторов. Они показывали свое мастерство в вождении трактора и сборке-разборке доильного аппарата. Интеллектуальные способности участники проявляли за шахматно-шашечной доской. Мы идем как бы среднее. Надеемся, что выиграем, пока еще соревнования не кончились. Победители и призеры войдут в состав сборной республики. Всероссийские сельские спортивные игры пройдут в конце месяца в Тюмени. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Валерий Резюков. Республика.